Ого, вчерашнюю крышу не съела. Да. Сегодня погода пасмурная, поэтому никто никаких ямок не копает. Да, сова? Весь день просидела на подушечке. Без всяких хрюков. Ага. И накопила к вечеру лягушек. Да? Завтра дождь начинается, и он будет чуть ли не неделю. Дождливая, мерзкая погодка. Вообще возмутительно. Вот, но елка начала... Ай, пушины сбрасывать. Да. Ой-ой, возмутительно. Вот тут еще лежат несколько. Вот они. Или это ты... Подожди, это у тебя из горлышка пушины, да? Ты их выпихивай давай за забор. Они же пригодятся птиченькам. А, ты полетела? Да, качаться. Надо посерединке прыгать, Ёль. Ага. Ладно. Я пойду всех проверять, всех кормить. Гу. Скоро стемнеет совсем. Красиво, да, сова. Голова так закружится, может. Ладно, пойдем дальше. Лучик увидел, что я туда мышь положила. Скажи, очень хочется. Ну там слишком большая мышь, ты ее не съешь. Это напополам делить надо. Такой, где мышь? Куда дели? Куда делась мышь? Нет, не туда. Недоумение. В коробочке там, да. Да, смотри. Следуй за коробочкой. Тебе мышу дать? Просто та для Пунька и Вжуха. Да. Тут интересуются, как дела у сплюшек. Вот Лучику тоже очень интересно. Он, кстати, лучше всех в курсе, как там дела, да? Потому что наблюдает практически круглосуточно за ними. Луч. Он, когда видит себя в экране телефона, он сразу прыгает на телефон. Вот его жопонька, можете посмотреть. Слезай. Пойдем смотреть, как дела у сплюшек. У них все так же. То есть я по камере смотрю, ничего нового. Малинка днем сидит вон в том дупле. Калинка обычно вот здесь сидит. Иногда она залезает в то дупло, но не постоянно сидит. Штырик вон там. А Трун, по-моему, вылетел в окошко, потому что я открыла его. Сейчас днем плюсовая температура. Вот. Ну, в общем-то, Труни в штырь кормят Калинку-малинку, и ничего не происходит. Да? Вот, ну, Калинка освоилась, то есть она очень ловко здесь везде лазит, прыгает. Такая уже, то есть у нее лицо расправилось. Она от меня убегает, конечно. Ну и вот у нее ломаются перышки в ее крылышке, которые сломаны. Вот. Но вообще она так это... Ей нравится. Она уже не всегда прячется, то есть более комфортно себя чувствует вполне себе. Вот. Ну, не знаю, может, туда залез? Ну нет, там никого нет сейчас. В общем, вот. Пока новостей таких интересных нету.
Зато вот лучик контент делает постоянно, да? Меня контролирует. Да, Луч? Чунечка спрятал мышеньку. Сейчас собирается к себе наверх. Да? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Он смотрит на самом деле в мою сторону вот так. Откуда голос? Чуть-чуть вверх. Чуть-чуть. Получил лекарство, получил мышку, мышку спрятал, потому что не голодный. Ну и лезет, сейчас наверх залезет. Конечно, да. Как же без тебя? Что? Пик-пик. Ёль, ты собиралась снести подушку, а пришла я и все испортила. Да? Ага. Застали за подушечным перетаскиванием. Ладно, я не буду тебе мешать. Носи куда хочешь. Гуа. Да. Ее надо спрятать, а то дождик не мочит. Хитрова какая. Ну ладно, подушка так подушка. А, ты крысоньку уже забрала куда-то? Пойду посмотрю. Наверное, она ее опять спрятала. А, и здесь она подушки уже все опять сложила в кучу, перевернула. Эти пока никуда не девала. А крысенька где? А, она спрятала авокадо. Крысеньку я не вижу. А, она ее уронила. Вот она. Надо поднимать. Все, нашлось. Можно идти. Давай, Угу, спокойной ночи. Угу. Я пойду.